Новостям культуры. Два в одном. Именно такое название можно дать праздничному мероприятию, прошедшему на днях в Театре молодежи. Ведь здесь собрались сразу два детских коллектива. Это лагерь иностранного языка «Райт» и вокальная студия «Настроение». Продолжит Мария Алыева. Идея проведения совместного мероприятия организаторам пришла не случайно. Ведь на протяжении нескольких лет в нашем городе существует лингвистический лагерь «Райт», директором которого является Татьяна Станиславовна Горбунова, а бессменным музыкальным работником – руководитель вокальной студии «Настроение» Ирина Станиславовна Смирнова. У них много общего, и на одной сцене, как одна семья, выступают дети из двух разных коллективов. Этот год для лингвистического лагеря юбилейный. На протяжении 10 лет кунгурские детишки улучшают свои знания в области иностранного языка, посещая «Райт». С каждым годом популярность центра лишь увеличивается. Уникальностью этого года стало введение в программу обучения китайского и японского языка. Успешно завершив лагерную смену, организаторы отмечают позитивный настрой у детей на продолжение изучения иностранных языков. В этом году было достаточно много детей, больше 60 задействовано. Детям всем очень понравилось. Дети разновозрастные, начиная с 7 лет и заканчивая 16 годами. Гостями лагеря традиционно являются гости из-за рубежа, являющиеся одновременно носителями языка. В области английского языка уже третий год подряд ребятам помогают изучать Джанет и Тимоти Уильямс. А французскому просвещает детей с самого начала существования лагеря Карин Мазон. Хотелось бы выразить благодарность особенно руководству Райта и тоже, конечно, детям, которые так старались узнать как можно больше из французского языка и культуры. И я за это время я поняла, что это очень хорошо, что в Кунгуре есть такая школа. Не менее значимым этот день стал и для вокальной студии «Настроение». На протяжении 3 лет бессменный его руководитель Ирина Станиславовна Смирнова и ее воспитанники принимают участие во многих городских и российских фестивалях и конкурсах. На этом праздничном мероприятии вокалисты стали поистине настоящим украшением сцены, среди всех позитивом и отличным настроением. Начальник управления образования уверен, лингвистический лагерь «Райт» – это особенный летний отдых с пользой. Ведь на базе площадки детям предоставляется возможность не только интересно и весело провести время, сдружиться крепче, но и возможность изучать иностранные языки, а самое главное – в реальном времени пообщаться с носителями этого языка. Благодарность приезжим друзьям Ольга Кошкина вручила памятные подарки – книгу Ольги Реневой «Прогулки по купеческому городу». Эта книга сегодня является брендом. То есть эта книга рассказывает о городе Кунгуре с самого начала времен до сегодняшнего дня. И, конечно, мы очень будем горды тому, что эту книгу увезут с собой наши гости в Великобританию и во Францию. Напомню, для воспитанников и организаторов летней смены лингвистического лагеря «Райт» проведение площадки в этом году стало юбилейным. На протяжении всего существования сотни детей весело и с пользой провели дни в процессе обучения иностранным языкам. Традиционно, помимо кунгурских ребятишек, участие приняли и юные жители района Пермского края, города Перми, Екатеринбурга и Палазны. Можно с уверенностью сказать, кунгурский лингвистический лагерь «Райт» известен не только в Кунгуре, но и за его пределами.